Намасте, дорогие друзья, давно с вами не виделись. Я сейчас стою в пробках, еду в Мумбаи, а именно в Бандру. Меня пригласила домой. Я, помните, вам рассказывала о канале «Индия с русским акцентом» про Людмилу, которую вы многие уже знаете, к ее дочке. Вот. Мне приходится телефон держать в руках, а не на вот этом вот, как называют, стике, да, для машины, чтобы посмотреть карты мяп, потому что уже третий раз, вот тут нагревается, представляете, нагревается, и телефон просто выключается. Настолько вот жарко здесь сейчас, в Мумбаи, что вообще... Мне-то ладно, я терпеть могу, но из-за этого меня мэп немножко не туда привел, заблудилась. Вот, поэтому мне придется... Ау, руль даже очень горячий, прям обожглась. Поэтому вот мне приходится вот так вот ехать. Ну, не на стике устанавливать, да, а вот уже около себя держать. Ну ничего, доедем. Первый раз у меня такое вообще, что вот так вот нагревается телефон. Мимо, you can't have anything. Look at it. Мимо, look at your face. Ой, Сюзанна, вот Сюзанна, кстати, болливудская актриса. Hello, здравствуйте. Здравствуйте. Посмотрите, на него похоже. Вау, тебя как балуют. Мимо. Вот Сюзанна такой стул. Скоро он вырастет быстро, он уже больше, чем на два раза. With more than twice the size in a month. He had come half the size. Слушай, мой его. Сюзанна такой стол приготовила. Классный. Только всего суши. Тандури чикен, тапос, салат, грин салат, хамис, песто, хамис, нормал хамис. This is homemade bread pizza. And those are chicken gyoza. Chicken gyoza and sushi. Будем кушать. इस बंदर का कोई बहुत कूद रहा है यहाँ पे। ओम। ओ बोस्पदी। वे представляете, вот такой вид открывается, прям с кухни. Везде у меня только опять, я на них писаю, как по всему дому мы их наставили. Вау. Здесь тебе. Such a nice view. Посмотрите. Да, Сюзанна, как всегда, красотка. Thank you. Although I'm not slept well, I always feel I'm not really good when I'm not slept well. Сюзанна, ты хорошо русский прям знаешь. Классно, да? Да, такое ощущение. Вообще, мне всегда интересно, ну, как бы, я с тобой общаюсь как бы со взрослой личностью, уже реализованная личность, и получается, ты родилась... Здесь, да, получается, да. Культура хинду, да, индийская, но мама украинка. Мама, да. И все равно вот это вот, ты знаешь так хорошо русский, вот интересно. Знаешь, вообще очень. Знаешь почему? Потому что нам повезло, когда я была в Белай, вот где сейчас мама моя, там было 10 тысяч русских еще, кроме нас. Вот, там все мои друзья, вот у меня был, вот когда у меня был день рождения, мы 3 день рождения отмечали. Одно для моих папиных родственников бенгальских, для всех моих братьев, сестров. Другое было для моих школьных друзей. А третье было с русскими. Вот русское день рождения, там, где все русские приходили, русская еда была. Так моя мама бедная, не знаю, в то время пахалась без байки, без кук, без вот этого. Как сейчас, конечно, думаешь вообще, как мама тогда делала это. Для нее, для меня это было счастье самое большое, а для нее это было 3 дня. 4-5 дней труда, 4-5 дней труда, и это, конечно, очень было классно. Вот самые мои хорошие memory в то время, наверное, из-за моего день рождения. Вот я ходила, у меня всегда день рождения самые классные были, мама всякие игры придумывала, всегда еда вкусная была. И
да. Да, и сейчас также на канале «Индия с русским акцентом» много всего вкусного постоянно. Да. Такой вот прекрасный вид. Это сейчас пока из-за всяких его вещей. Конечно, это игрушки собачки. И ковер тоже мы из-за него сделали, потому что у них они очень быстро растут, эта порода. И если на скользком они играют долго, у них тогда ноги становятся пливые. И вот из-за этого мы почти по всему дому, вот, где он особенно будет, везде ковер поставили пока. Чтобы, да. Так, у нас теперь десерт. Сюзанна, мы поговорили уже. Что это за чизкейк? Даниэль. Даниэль — это просто имя той бекери. И он тоже как-то чизкейк делает. Да, подача красивая. Там у нас кухня. Пока мы не будем заходить в кухню, потому что там моя... мой щенок маленький. И давайте зайдем. Просто пусть он приходит. И торт уберу. Я маленькая, или очень короткая ношу, или очень длинная ношу. Я не люблю середине. Мимо? Мимо? Кухонька. Такая. Ну, короче, кухня большая, да. Тут у нас задний балкон. И две спальни открываются на этот балкон, а две спальни на ту сторону. Красота. Лимон. Лемонграсс. Господи, целый сад. Моя тунси. Тунси должна в этой стороне. В каждом тунси. Индийском доме тунси. Я каждый день туда свечку ставлю. Тунси. Да, 10-й этаж. На уровне птичьего полета. Да, так это 10-й, это почти 20-й этаж. Почти 18-й этаж. Потому что у нас, во-первых, мы на самом высоком месте на Лиге. На самом высоком уровне, да? Так это уже 3-4 этажа больше, чем остальные. Потому что, видите, что вот это уже почти 15 этажов, но оно ниже нас. Хоть мы на 10-м. Вот это 15 этажов, и оно ниже нас. А, ну это тогда вообще очень-очень. Это очень высоко. Да. Прям на топе. Или пишу. Вау. Обычно в этой комнате. Вот это телевизор. Ну, мы обычно его не смотрим. Мы его редко смотрим. Везде у вас ультразвук. Ой, ультразвук, дезинфектант. Да, для, чтобы, да, ветер. Бегаешь ты здесь? А? Бегаешь? Да. Потому что я люблю смотреть телевизор, когда бегаю. Я не могу просто так бегать, мне скучно. Так я его специально не там, не в джиме, а сюда поставила. Это как бы спальня для гостей, когда кто приезжает. И друзья когда остаются в этой комнате. Там его мама приезжает. Моя мама еще здесь не была, но папа был. Ой, класс! Это не настоящий. Тут просто плохо растут в батруме. Я только бамбук везде настоящий поставила. Прямо как не хуже, чем в отеле пятизвездочном. Еще тебе это своя терраса. Ну да. Могу и Airbnb делать на эту одну комнату. Да, да, точно. Минимально это даже больше, чем... Тем более Бандра.
как бы студия и study and studio. Да. Мне маленькие. Тут я обычно пишу здесь. Думаю, там пишу здесь, за этим столом. Или мы тут сидим, обсуждаем. Или вот это вот, когда я хочу танцевать. Или мы делаем какую-то хореографию. Я так вот открываю. Где-то становится студия. Мечта, мечта. Квартира, мечта, студия. Да. Просто из-за вас я вот это такое сделала, потому что с этой стороны вот тут не должна быть квира. Большая такая. Я хотела себе одну большую поставить. И потом, чтобы одна большая не была, мы решили так вот сделать, как окно. А тут очень интересный туалет. Это не мы делали, это хорошо, что чей-то дома не делали. Спасибо, это будет туалет. Ой. Тут мы сделали steam room. Это превращается на steam room. Какое зеркало классное, да. Большое. Я же говорю, даже больше, чем в отеле. Звездочном в Трайденте. Да. Лучше. Очень хорошее все. Они и марбл хороший использовали. Класс. Я бы здесь пропадала. Из-за того, что я положу в Steam Room и обувь в одном месте. Теперь у меня обувь без специально ломается. О, господи, это что, обувь? Это моя обувь. Одна обувь. Нет, это из-за этой стороны обуви полно. И ничего не носили вот уже 2 года из-за локдауна. Теперь каждый раз, когда я выхожу, я с собой беру 2 еще. Вот туфли, потому что или раскроется обувь, или что-то еще становится. Да, теперь я поняла, почему ты по рации общаешься. Вот почему я с кем общаюсь? По рации. А, ну, один-один. Это где спим. И где его вещи? Это как бы его вещи, его батрум. И тут мы спим с ним. Как интересно, наша прям спальня. Мужская комната. Мужская юнисекс. Какие все-таки творческие люди. Везде картины. Ну это я все. Это в это не влезет. Он тогда сделал мне красиво. East side. This is west. А, west side. Тут будет сейчас закат. Красота и море рядом. Да. Ой, красота. Это его батрум, куда мне нельзя. И ты предательски показываешь, да? О, сколько всего, оказывается, мужчин. Да. Чего только нет. Его я, короче, научила. Он никогда не любил ванну, а теперь он без ванны не может. Это теперь моя комната, где все мои вещи. Это будет dressing room, я не скажу, что спальня, но есть как бы жарко. Мечта. Мечта любой девушки. Гардеробная, да. Тоже интересно так. Чего здесь только нету. Ой, это что, зеркало? Да, это зеркало. О, ты такое женское да. Все. Какое все детально, все так детально, интересно. Это мойстурайзер. Угу. Закончился. Тоже хочу пахнуть, как ты. Ой. И это мое любимое место, только не в это время. Это самое плохое время в этом месте сидеть. Медитация обычно у меня тут, в этой корнер. Ой, бывает. Как интересно. Тоже я тут свечки нажимаю, зажигаю тут. Или какой зон? West-South, да? Что это? West-South зон. This is, no, this is West-North. А, West-North. West-North. И как медитация как помогает? Любишь медитировать, да? А, помогает, но не всегда получается. Иногда, если у меня много чего идет, если я не могу концентрировать, я тогда бросаю сразу через минуту-две. Ну, бывает иногда, если просижу минимум полчаса тогда. Слушай, твои работники, я теперь понимаю, как им нравится здесь жить.
Это теперь им красят, это все у нас было, Саша. Теперь они в ту сторону красят, это из-за этого повторяю. Кайф. Это моя не самая любимая, только один. Я в доме только за садом смотрю сама. И за своих вещей, кроме своих вещей, я только за садом. Я ни на кухню не захожу, они готовят, что хотят. А здесь, ты говорила, да, голливудские актеры, ой, болливудские да, актеры. Вот этот дом. Алия Бхатт и Ранбир Капур тут живет. Она в четвертом, а он в седьмом. А он в шестом. Подруги, да, приходили? Журналисты. Да, подруги журналисты сюда приходили, отсюда смотрели. Потому что вот они где выходили на улицу. Мамочки, ты что, туда боюсь смотреть? А вот это чей? Вот это Кангна Ранаут офис, который сломали еще все, напомню. Камнара на тут это актриса и офис поломали, вот это, где растут, этот черный, где растут много. А это чей-то дом, да, ты сказал, кто строит? А? Вот этот дом кто строит? Вот это Ранбир Капур дом строится. Это его весь дом будет. По-моему, самый нижний, нижняя мама, потом его сестра, а самая верхняя, вот эта вся часть, они Алия будут тоже. Вот этот, который дом, который не весь зеленый, который возле него, это Санджай Дат дом. Санджай Дат? Санджай Дат там живет. Это, короче, его папин билдинг весь, он так и называется, по-моему. И эта улица называется по Санджай Дат мамино имя, Наргиз Дат Роуд. И улица по а его твое маме. Имя какое? Сюзанна Мукерджи. Ну еще улицы нету. Никакой улицы Сюзанны еще нету, надо сделать. Ой, это что-то другое уже? Или это то же самое? Это зал, да, там зал? Да, это там зал, где мы сидели. А это как бы открытый зал. Ну да. Митинги тебе... Давай тебе чем показывать. Митинги, конечно, тебе здесь интереснее, чем, да. Чем в любом другом месте. Вот. Тут было раньше джакузи, теперь... Место джакузи, да, отремонтировали да. Все. Ремонтировали все и сделали тренажом, мешало. Ой. Мама. Не, ну знаешь, я многих тут видела, даже тот же Алия Бхатт, все дома. Я говорю, ну никого такого хорошего дома нету, как у нас. И они намного больше платят, и все равно как-то. Они в три раза, да? Дом, вот я правда смотрю, что дом никого. Такой, это такой дом, только я могу представить в Билай. Я ну да, тишина, да, такая. Я даже не думала, что нужно столько много открытого места, чтобы был балкон, чтобы такой большой был. Я еще не заканчиваю, я еще с пальмом большой. Пальма три. Пальмы, чтобы еще было прохладнее здесь. Понемножку добавляем каждый раз, каждую неделю. А здесь что, Сюзанна? Это Виджая. Лежит? Лежишь? Да. Я это не очень люблю. Она, во-первых, столько места занимает, я терпеть. Это из-за неё. Это он всегда мечтал, как была. Это я. Качели. Ой, можно покататься? Да, это мое место, я люблю качели. Он вот это не хотел совсем. Зачем? Я говорю, зачем? Да нет, это классно, наоборот, на таком этаже. Да, особенно, когда погода хорошая. Которая будет уже через час уже не будет жарко, потому что солнце. О, санр. Ой, фу, сансет. Санр сансет. Еще не сансет, еще. Класс. И там море. Господи, какая красота. Всегда ветер. Представляешь, сейчас самое жаркое время. И мы в самое жаркое время сидим на улице. Это в Бомбее. А еще кажется все равно, что не так жарко. Не так жарко, все равно кажется. Чем там внизу. А что я вот это двигаю? Алибаг? Нет, не Алибаг. Алибаг? Нет, как через Варсово куда едем, все шутинг делать туда едут. Остров. Не помню, не знаю. Остров возле Бомбея, где все шутинг делают. Элефант? Знаешь, кто был всего один раз. Не, его просто отсюда видно, что-то кажется, как далеко, тут который дом один стоит.
Вот этот вот, далеко, да? Далеко, там только один дом. А, все, поняла. Это остров, там где шутки. Остров, где шутки не идут, да. Короче, это какой-то каменный небоскреб, где проживают Болливуд актеры, да? Там не проживают. Нет, люди. Здесь вот это вот, Бандра. Вот это да, это тут проживают. Вот это и Бэндстэнд. А почему ты именно здесь захотела? Я потому здесь не красота... хотела. Я думала, здесь мы вообще по своим по своим деньгам мы не могли бы здесь нормальный дом взять. Это просто мы получили случайно. И мне этот район очень нравится, потому что тут люди более, которые уже чего-то добились. Не те люди, которые... Как в Андерии, пока я жила, все вокруг мои люди, которые чего-то только... Бежали, да? Бегут. А скорость. Тут, на релаксе? Более релаксинг и более интересные люди, мне кажется. Уверенные, и, да, еще? Не только из фильмов они. Они тоже с разных профессий, вендора, люди, которые уже... Или здесь долго, или откуда-то приехали. Более интересные люди, чем в Андерии. Андерии все хотят или стать актером, или там актрисой. То есть на другой стадии энергия, ну, да, вайбс? Да, да. А тут разные энергии как бы. Там только одно и то же, кажется. Тут как сообщество, как комьюнити таких интересных уже сам реализованных людей, а Андерри такой, да, как Мумбай, типа, город достигаторства. Все не очень рады, все как-то, всегда какие-то проблемы у всех, там никак ничего не кончается. Вот, все, подошел конец, почти весь день прообщались. Я хочу, чтобы мы быстро опять встретились как-нибудь. Встретимся, компания, тоже очень-очень хочу. Чтобы подольше, может, вечером, когда попрохладнее. Да. Все, Сузаночка. Ну, я у тебя сегодня не терроризировала, так прям интервью у тебя полное не брала. Нет, это наша первая встреча. Спасибо. Я хотела как бы так. Casual. Да. Все, давай тогда. Маме привет. Маме тоже привет. И Гелиана, спасибо, что пришла. Тебе спасибо. За такой, кстати, главный, очень вкусный обед. Спасибо тебе большое. Да. Ты почти не ешь вообще. За разговор. Я знаю, что у тебя не очень большой аппетит, теперь я знаю. У меня желудок маленький. А Кил кушает нормально? Нормально. Или тоже? Он кушает больше меня, но мне кажется, что он много, на самом деле, как он в сравнении мало. Со мной. Да. Ты очень мало ешь. Я второй раз с тобой ела почти. Давай, лапочка, пока.